Рик Келли и другие. Отлично, ребят, у меня есть визуальный контакт с фургоном. Похоже, все чисто. Только один водитель, прием. Выше головы, они в поле зрения. Как только увижу газ, приготовлюсь стрелять. Газ готов. Начинаем. Прием. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал. Режиссер Пол Вайт. Просьба пассажиру Дегразье рейса 227 в Сингапур связаться со службой безопасности аэропорта. Спасибо. Леди и джентльмены, прошу минуточку внимания. Мы вынуждены сообщить, что рейс 1021 в Нью-Йорк отменен из-за погодных условий над Нью-Джерси. Вы можете воспользоваться специальным чартерным рейсом номер 1443 до Лос-Анджелеса и далее в Нью-Йорк. Он приземлится через 37 часов. Ой, извините, прошу прощения. Дженнифер, Филипп. Извините. Все доставлено в целости и сохранности. Или вы можете воспользоваться завтрашним рейсом 1222, вылетающим в то же самое время. Спасибо. Значит, мы можем остаться в отеле еще на одну ночь? Мы не можем себе позволить еще одну ночь в отеле. Почему нет-то? Позже поговорим. Девочки, мы полетим на чартерном рейсе. О, в отеле было бы намного лучше. Пистолет. Это зажигалка.
Доктор Милхаус, груз пытались похитить. Что? Да, все в сохранности, проекту ничего не угрожает. Почему вы раньше ничего мне не сказали? Ну, я еще и доктору Стюарту, и доктору Рейду ничего не говорил. Кроме того, дам себе сидеть в самолете на протяжении ближайших 20 часов. Я скажу им, когда мы приземлимся. Точно. Думаю, будет лучше, если это останется между нами. Да, думаю, вы правы. Дамы и господа, начинается посадка на чартерный рейс 1443 в Лос-Анджелес. Пожалуйста, проходите. Спасибо. Спасибо. Добро пожаловать на борт. Добро пожаловать на борт. Сюда, пожалуйста. Добро пожаловать. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Как прошли соревнования? Да. Не спрашивайте. А это что? Особый груз, научный проект. Ну, наверное, ты новенькая. У меня степень магистра по биоинженерии и физике и докторская степень по генной терапии. Ладно, добро пожаловать на борт. Патти, думаю, ты тут без меня справишься. Я пойду в кабину удостоверить, что все готово для взлета. Да, сэр. Эй! Ух ты, вы успели в последнюю секунду. Да, возьмите это и покажите, где мое место. Ну ладно, раз вы торопитесь. Номер 14S, спасибо. Добро пожаловать на борт. Так, извините, это я должен убрать. А, это мои письма в багажное отделение. Но только не потеряй их, они мне нужны и дорогие, вообще-то. Здравствуй, Джордж. Джек. Мое имя у тебя уже есть, я остался только заполучить мою должность. Ох, наш груз в безопасности. Знаете, эти грузчики так совсем небрежно обращаются. Фред, груз в порядке? Как за каменной стеной. Видишь, Филипп, как за каменной стеной. Фред никогда не подведет. И начинайте, доктор Стюарт. Господи. Боже. Если по твоей воле мне суждено сегодня умереть, то прошу, прими меня в свое царство, Боже. Прошу прощения, вы меня нервируете. Это твой первый полет, малышка? Второй. И, надеюсь, последний. Расслабься, детка. Знаешь, говорят, люди чаще погибают от простуды, чем от крушений самолетов. Ну да, конечно. Дамы и господа, мы взлетаем. Пожалуйста, пристегните ваши ремни безопасности и приведите кресло в вертикальное положение. Обратите внимание на значок «Не курить». Курение во время полета запрещено. Спасибо и приятного полета. Боже, Джек, ну ты же не собираешься опять весь полет курить?